Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Приехали, блядь.
человек на встречу полосу вылетел. Ой, блядь! Ёбаные шаги нахуй! Тормози. Стой. Назад. Ёб твою мать. Предки. Жизнь. А куда? Я бы никуда не успела назад. Да, успела бы тебе назад. А? Успела бы. Да, ничего. Воля, нормально. Скорую вызывай. А какой, какая скорая? 12. Скорую вызывай. Да сейчас. А какой этот? Через 200 метров поверните налево, во двор.
правилам, Алёна. Это он нарушает. Под конец программы «Госконтроль» я собрала все неприятности, а может быть еще и не все. Дмитрий сообщил о ДТП на Ленинградке. Если ехать на юг, отворотка на мусоросжигательный завод, вот там на кольце. Надо создавать помехи. Вы нарушаете правила. Я? Да ты о**ал, что ли? Я бы знал тебя. Сядьте в машину и езжайте. Сядь сам, придурок. Нам всем.